Начался отборочный тур на выбор компании, которая будет строить большую алматинскую кольцевую автомобильную дорогу, так называемую «Бакат». Сегодня в Комитете автомобильных дорог вскрыли конверты с заявками участников. Около 80 мировых компаний проявили интерес к строительству. Напомню, что «Бакат» будет ключевым звеном транзитного коридора Западная Европа-Западный Китай. Ее строительство предусматривает разгрузку городских дорог от транзитного транспорта. Это будет платная автомобильная дорога технической категории 1А с шестиполосным движением, цементобетонным покрытием и расчетной скоростью до 150 км в час. В составе проекта 8 транспортных развязок, свыше 20 мостов и путепроводов. Прогнозируемый трафик в первый год эксплуатации дороги составит порядка 80 тысяч заездов в сутки и к 2030 году свыше 100 тысяч заездов в сутки.